Здравствуйте, ребята. Прямо сейчас я хочу вам, знаете, о чем рассказать? Я хочу вам рассказать о том, короче, это реально топчик. Здравствуйте. Вадим, ребята, это Вадим, и сегодня он поможет нам на этом ноутбуке, чтобы вы понимали, это не просто игровой ноутбук, а это игровой ноутбук отличный, на котором можно еще делать всякие такие фишечки, как, допустим, Air Mask это называется? Да. Ну, все супер. Давай, делай. Ну, я могу предложить... поимпровизировать. Я там вижу, там уже огонь, да? Да. Стримхаус. Вот. О, это тебя видно? Да. Это вот наработки, которые есть. Можно будет что-то еще сделать. Какие? Да. Ну, пока, честно, не очень выглядит. Ну, а что ты хочешь доделать? Есть идеи? Слушай, ну я, может быть, чуть-чуть и поменьше огонь бы опустил. Uh-huh. Да, наверное, чуть поменьше бы опустил огонь. Смотри, стримхаус я бы, наверное, сделал перед огнем, чтобы было видно. Слушай, я еще, может, у чата спрошу, я не знаю. Я надеюсь, вы будете эту маску юзать. Я просто подумаю, у пацанов спрошу, что можно добавить именно. Ну, либо убрать, я там не знаю. Это уже сейчас посоветуемся. Но пока вот то, что я сказал, я бы, наверное, сделал бы. То есть я бы стримхаус вывел вперед, огонь чуть-чуть сделал поменьше. Нет ничего сильнее, чем любовь, особенно к скинам. На Dayzty Go новая линейка кейсов, посвященная Дню всех влюбленных. Достать любимые скины просто, открываешь кейс, получаешь топовый дроп и вводишь его к себе в инвентарь. Мне обмены уже пришли. А если ты любишь скины так же, как я, то вводи мой промо Rofl Love. При пополнении получай бесплатный кейс из новой линейки и плюс 15% бонуса при пополнении баланса. Dayzty Go. Любимые скины в твоем инвентаре. Слушай, а у вас есть возможность, допустим, повязку сделать? Повязку? Да, на лоб. Да, давай. Просто белую повязку там и все. Как у меня. Да. Сейчас я напишу ребятам, они повязку мне помогут доделать. Давай. Белую, точно? Ну, да, просто можно белую повязку. Можно что-нибудь поинтереснее. Ты только что сказал, что у меня интересная повязка? Нет, типа можно как-то украсить. Да не, я думаю, знаешь, иногда какие-то вот такие излишки тоже не к месту. Сделаем просто белую повязку. Мне нравится белая повязка. Я люблю белую повязку. Так, вот, короче, огонек убираем, да, стримхаус оставляем. Что там по повязке тебе ответили? Все сделаем. Кайф. А вообще это сложно в целом? Вот это, ты этим занимаешься, типа? Или ты сам первый раз? Не, я этим занимаюсь, но в основном у нас команда ребят, которые нарабатывают это все, да. Ну, соответственно, если работать с нами, ты можешь легко как бы просто соединять это за, там, не знаю, максимум за час. То есть мы теперь вместе работаем, если мне маска нужна будет? Получается так. А как тебе вообще визуальный ноутбук? Ну, мне кажется, довольно свежо выглядит. И очень хорошо с клавиатурой поработали. Ну, то есть, это вот верно, меня типа как дизайнера устраивает. То есть, ну, для работы, для игрушек супер. А ты играешь во что-то? Да. Я играю в Контру, в GTA 5. Ну, онлайн. Красава. На Majestic 4? Нет, на ПК. Понял. Не знаю, как-то это удобнее. Что, ну как успехи наш? Да я что-то думаю, что-то не то. А что не то? Наушники с кнопками с огнем, к примеру? Ну вообще не то, да. Что, может что-нибудь кроме бандана добавить? Ну слушай, бандана это вот именно повязка и 192, просто 192 это очень важно для меня. Ну можно еще кровь из ушей, в принципе. Нет, я думаю, давай. Органично. Мы почти готовы. Тут уже все делается, маска практически готова. Как тебе маска? Ёбнись. Ой, ты хотел сказать, точнее. Ой, извините. Да-да-да, ты, наверное, так хотел. Ё-моё, хотел сказать. Извините, пожалуйста. Да. А, меня не слышно было? А, не слышно было? Нет. Всё. Ребят, невероятно, прикольно. А, подожди, а в глазах что? А, в глазах пустота, да. Жаль. Вы еще пока не слышите. А вот здесь? А, это типа джойстик, да? Алексей, ноутбук оцените, пожалуйста. А что, маску можно будет загружать-то уже? Когда? Вот мы сейчас ждем. Слушай, мы в процессе, знаешь, что сделали? Ну? У нас, короче, будет маска, там будет повязка на ней, 192 написано. Реально? Да. Вот это прикольно, кстати. Да. Это вы в онлайне делаете? Да. Ну, как делаем. Как там продвигается самая популярная маска Инстаграма 2021 года? В самом современном доме по геймингу... Пропал интернет, поэтому мы ждем. Не-не, это не пропадало на самом деле. Сейчас. А, нет, все, я просто ослеп на время. Все в порядке. Так. Как наши успехи продвигаются? Мы почти подключились к интернету. Неплохо. Я думаю, еще, ребят, примерно 10 часов.
И мы выпустим маску в цифровое пространство, в мировую паутину. Не, ладно, если кроме шуток, у нас просто что-то из-за этого. А у тебя все в порядке со связью? А? Как у тебя со связью? Не, со связью здесь. Связью здесь в порядке, но вот с интернетом. Брать огонь, да, 100% будем огонь убирать. Сейчас только интернет включим. А я, знаешь, короче, у меня такая ситуация была. Я когда с админом работал, меня все время вызывали, ну, компьютером. Понял? Ну, да, сисадмин. Да. И я, естественно, не знал, что с ними делать. И гуглил при них. Ты сейчас тем же занимаешься? Почти. Только у меня нет связи, чтобы это сделать. Мне кажется, ребят, надо срочно намутить связь. А пароль от Wi-Fi ты знаешь? Да, все, сейчас мы должны скачать обновление. Моя команда уже сделала тебе повязку с твоими цифрами. Да. Ну-ка, боже. Тут говорят, осталось 2 часа. Ждем, пока скачается. Не, время очень быстро идет, слушай. Это как раз. Кстати, а можешь пока, пока мы ждем, рассказать, что означают эти цифры? 192? Да. Это очень важные цифры для меня. Знаешь, для каждого есть, грубо говоря, какое-то число, которое человек считает, что он несет ему удачу. Ну да. Возможно, что-то другое, там, любовь и так далее. Вот у тебя какое число любимое? 0. Почему? Ну, потому что всегда интересно начинать с самого начала. А почему есть 0? Ну, 0 как бы для меня символизирует начало, старт. 0%. Все дела. Отлично. Сейчас у нас должно все получиться. А? Ну, 0 так 0. А вот у меня 192. Это для меня означает. Это, знаешь, это я бы назвал бы это символом дружбы. О, ну-ка, дай-ка попробую. Так. Ну. Так. Окей. Ну что? Вау, amazing. Так, окей. Теперь, в принципе, все готово к публикации. Ну, слушай, неплохая работа. Слушай, кстати, вообще шикарно все. Видно, вообще не подлагивает. Ну, тут как бы ты ни при чем, это все Lenovo Legion 7i. Да. Это что, не тебе комплимент был? Но за графикой всегда можно обращаться к нам, Вова Family. Оно здесь. Если у вас есть какие-то потребности в креативности... Прошу прощения. Так что, фэмили. Прошу прощения за то, что Сленка вылетела. Как там продвигается наша графика? Ну, все, в принципе. Можем что-то еще добавить. А почему вот по краям, как будто я в тумане в каком-то? А, ну типа это такая маска, она, короче, обрабатывает вот среду вокруг тебя. А вторник не обрабатывает? Не знаю. Слушай, можем как-нибудь поменять. Что думаешь вообще? Слушай. Слава, а можно посмотреть, что там у вас? Посмотреть можно, конечно, я просто не знаю. Сейчас, погоди, секунду. А ты, если тоже. А можно как-то сделать, чтобы 2 повязки было, допустим, на 2 лица? А если 3-я залетает, то на 3. А ну давай, у тебя есть телефон? Что в чем смысл? Есть. Ну, все тогда давай. Так, а если 2? Вот 2. Так. Вот 2! Типа одна в ноутбуке, одна в телефоне. Ну, это техническое как бы решение, конечно. Это хорошее. Да. Ну тогда так оставим, получается. Смотрите, чтобы 2 нужно было, нужно 2 телефона.
Или два ноутбука. Лучше два ноутбука. Да. Кстати, у нас есть. Слушай, ну это еще такая, такая возьмем. Ребят, ноутбук. Вы хотите эту маску видеть? А? Ее можешь как-нибудь доработать. Мы сейчас еще вернемся к нему. А тут думаешь, есть что дорабатывать? Мне кажется, она совершенно. Ну, вот кровь из ушей, например. Из глаз. Да, из глаз. Ну, я думаю, что мы можем попробовать ее, так сказать, завершить и начать заливать в некотором роде. И давайте зальем ее, пусть это останется. На века. Мне кажется, это такой момент, как бы запоминающийся, так сказать. Сейчас. Да? Ну да, согласен. Давайте сохраним этот проект. Назовем его. Слушай, я могу, знаешь, что сказать точно? Да. То, что ноутбук Lenovo Legion 7 идеально справился со своей работой, что не скажешь про Влад. Да-да-да. Не, ну на самом деле, смотри, это у нас на стримхаусе так принято. Тоже. Это прикольно, что на самом деле это просто можно делать в лайве. Всем, мне кажется, удалось заглянуть в этот процесс, что это вообще из себя представляет, создание маски. Мне кажется, у тебя много кто из зрителей сам тоже делает маски, и, может быть, они что-то новенькое сегодня узнали. А самое время... Ты сказал второй ноутбук? Можно, да, я кажется... сказал, то, что у меня для вас кое-что есть. Да. Мы можем как раз к этой истории перейти. Да. Я тебе даже с совершенно этим верно. Помогу. Спасибо большое. Как еще раз? Вадим, Вова Фэмили. А Влад и Вадим — это разные? Разные. Да, ну, это очень много имен. Вова, Влад, Вадим. Главное, 192 присутствует в кадре. Короче... А, теперь кстати, мы все кстати, прояснили. Как еще раз, Вадим? Что? Что компания. Вова Фэмили. Вова Фэмили? А это правда то, что 10% скидка да. на маску будет? Да, можете заходить в стрим, если вы не вышли. Если вы не вышли. Если вы вышли, заходите. А в какой стрим? Ну, который сейчас у нас идет в Твиче. Да, там будет ссылка на Telegram-бот, и вы можете получить скидку. Окей, а там есть пример работ? Да. То есть портфолио есть, да? Да. Мы в основном делаем для театров, но сейчас будем активно врываться в гейминг, так что погнали. То есть следующую масочку мы делаем? Попробуем точно. Получается. Ну, слушай, мы, может, еще и туда работаем, так что ждите, ребята, в Инстаграме. Да. Спасибо тебе большое, бро. Да, давай. Доработаем. Все, будем тогда на связи. Сделаем. Ребята, вот, переходите в Телеграм к ним, маски вам сделают. Так, что это у нас? Ребята,